всем привет! Сегодня мы будем играть побег от мемов. Нажмем играть. Говорят, нужно убегать от мемов. Амогус, понятно. Амогус. Там Амогус ходит. Девочка, я тебя спас. Хотел. Ничего не видно. 30 секунд. Я подумал, ты мем. Можно немножечко с... Что с тобой? Сдох. Чел сдох. Это что за место? А, там, наверное, не мем появляется. Я лучше убегу. 5 секунд. Меня сейчас догонят. Специальный раунд. Самозванец. А, понятно, там среди вас есть самозванец с винтовкой. А, еще самозванец. Кошак. Там кошак. Тут очень много. Убегай! Он здесь. Они тут. Они тут. Куда? Куда, туда? Мне на все пофиг. Я бегу куда глаза глядят. Там кошак. Там кошак. Все, мне жопа. А, нет, я еще живой, я еще живой. Это хорошо. Там кошак. Там кошак! Там кошак! Убегай. Кошак, кошак за мной. Там Linux. Там Linux. Компания компудактора. Нет! 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 Котик, отстань! Пощади! Пощади, кот! Боже! Умоляю! Кот меня пощадил, это хорошо. Тут много мемов прям. Их тут дохера! Их тут дофига. Вы от кого? От мема убегаете? Не, ну я еще живой, это хорошо пока. Помогите. Я хотел пацана взять, не успел. Он сдох сразу уже. Как тебя взять? Сори, пацан, но я тебя не смогу спасти, потому что я не... Почему-то у меня... Уву, умер. Я выжил. Так, а мы что, смотрим кинотеатр? О, кинотеатр. Давайте кот. О, вот это. Ладно, давайте лабиринт. Лабиринт так лабиринт. Лабиринт так лабиринт. 9, 8, 7. Сейчас мы там побегаем.
только пацана жалко, я его спасти не успел. Так, надо свей. Это все тут понятно. Ну, бегать по лабиринту, это тоже классно. Тем более он прозрачный, а если он был бы непрозрачным, я бы тут с ума сошел. Инфаркт получил бы. Опа, опа. Получил бы инфаркт 5-й степени. 5. Вот эти зловещие... Ну, заодно их можно тут смотреть. Рядом они или далеко. Ой, как ты в него вовремя. Что нужно сделать? Что тут делать? Где мемсики? Где мемасики? Где мемы? Их за вот эту штуку-то не видно. Да, не все так просто. Вы подождите меня. Ну вы куда побежали-то все? Я тебя обгоню, падла. Я тебя обгоню. А буду бегать за чиликами. Они вроде тут профи. 11 людей. Here's a little lesson. Here's a little lesson in trickery. Он сзади! Помогите! What are you doing? Чел, помоги! Какую-то кнопку свистеть можно. Я не помню на какую. Вот на какую. Помоги. Ой, дай бог вам здоровья, пацаны. Спасибо большое. Так, ладно, побили. А, ну, уже понятно, их видно. Они пока что далеко от меня. Это даже радует. Я пойду вот в этот уголек, потому что там, ну, далеко от них. От этих мемов. Можно прям далеко от мемов убежать и все. Тут сколько людей-то начало подыхать. Чел начнет лишь шифтовать, то это будет кранты. Будет кранты, кранты. Где-то рядом. Я где-то мем слышал. Так, окей. Бегать по лабиринту — это очень красиво и классно, и даже кайфово. Только жалко, что через них мем не видно. Ура, выжили наконец-то. А, еще раунд будет. Ты зачем ресетнулся? Нет! Зачем он ресетнулся? Чё? Россия. Скоро мемасики пойдут. Там до сих пор его труп валяется. Труп стопудово вон там появляется. Кого-то уже прям убило. Только кого? Мне страшно идти, мне страшно. А, мем там. Очень классно.
классно. В попе не погасло. Там чела возрождали. Девочка-то погибла. Неизвестный. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Убегаем, убегаем от мистера Биста. Они от мема убегают? Ты от пацана от мема убегаешь? Ну он шифтует очень сильно, значит он убегает от мема. Чела убила. Чем я тебя спасу? Свети. Там еще два чела сдохло. Да три даже. А как до них попасть сейчас? Там один челик не успеет возродить всех. Ой, лабиринт. Сраный чел, я его спасу. Нет, девочка сдохла. Нет! Понятно. Понятно. Только возродили, уже сдохли. Мистер... О! О, тут еще мем! Я тебя не успею взять. Почему я их взять не могу? Я не... на Е. Е же. Или на Е. Или на Е. Я не понимаю, на какую клавишу. Вот. Чел, я тебя возьму. Так, кто еще где мертвый? Да заколебал ты, мистер Бист, уже. Наконец-то. И 100 лет не прошло. Не, ну это хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Понимаю. Если что, у меня шумы в микрофоне, это за то, что у меня под РХ... Ну, USB этот сломался. Он убирает звуки, он их лучше делает, у меня она отломилась. Пока шумом не придется. Нет! Куда вы бегаете? Двойная проблема. Вы боты. Велики веселье, веселье. Кто-то боты? Или что? Вообще за бот, за мемом эти люди играют или эти? Или люди? Наверное, эти боты. Я не знаю, может люди за это играют. Это что за смех сейчас был? Это вы так храпите? Земля вам пуховик, вы там, наверное, сейчас от мема умрете. Не, ну я вас хотел спасти, но вы как хотите, значит, и хотите так дальше. Кирилл, 1, 6, 12. Понимаю. Помогите! Сейчас еще в тупик заберечь не хватало.
Ну если экран трясется, значит рядом мем. Помогите, помогите. Там чел мертвый. Он один нафиг, хочу я его возродить. Алло, Кирилл, он сдох, я не успел его возродить. Это Кирилл, а ты знаешь, из-за чего лев не отвечает? Из-за чего? Из-за того, что это он в кафе походу пошел. Ну сейчас он в кафе, я знаю, он мне написал. У него ДР же сегодня. А до этого интересно, почему не почему он. Да. Его дела, да? Бля, муха! Я видос снимаю, если что. А можно с тобой? Ну я уже сейчас скоро заканчивать буду, ну окей, давай. Тут, кажется, захожу тоже. Пацан, давай, беги, там еще куча людей подохла. Их надо возродить. Максимка! Максимка! Блин, это моя нелюбимая карта, а твоя? Лабиринт? Да. Ура! А твоя это... Так, что мы будем выбирать? Я начинаю... Сколько у меня кулы? Хотелось бы... Блин, я заспавнился. Кирилл, я заспавнился. А, мне страшно. А что весь белый экран? Кирилл, ну ты где, кстати? Твоя жизнь. А почему у меня... Подземный. Сколько видосов идет? Куда меня тэпнуло? Чего это за фигня? Ты вообще со мной? Ну, ты, ты со мной. У меня куда-то вообще другой вейд тэпнуло. Я зашел, у меня другой вейд. Я к тебе зашел в лабиринт, потом сейчас началась игра, белый экран, когда ушел, я зашел, все нормально, и потом выхожу и заново захожу почему-то. Не знаю. Ну ты тут на сервере. А, я у тебя еще на сервере. А у вас карта поменялась? Да. Ну тогда все нормально. Какие-то баги. Так. Так, начался круг. Бегите, прячься, бегите, дети, вам нужно, чтобы вы выжили. Ну окей. Понятно. Так, я один раз, помнишь, тут как скакал? О, да, помню. Я начал уже. Пацан, тебе нормально? Блин, а, это ты, ёпарасоте, это ты. Хуй, здорово. Где? Где, кто я? Кто где? А почему у тебя такой скин? Не знаю. А ты не знаешь, на какую эту использовать? Кого? Ну, колу, чтобы ускоряться. Помнишь? Нет, не помню. У меня ее сроду нету. А, тун-тун-тун-тун! Доктор Алексей, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун! Тебе не надо возвращаться? Тун-тун-тун-тун! Я тут с тобой бегаю. Тут еще мент! Иди сюда! Иди сюда, тут безопаснее. А, все, я знаю как. А как брать их в руки людей? На кью. Кью? Окей. Надо подбежать и быстро нажать потом это. А тут паркур, паркур, малолежное движение. Ой, я как все. Понял. Туда вообще страшно выходить. Там какой-то Эрл Солтон. Помогите! Я просто сижу. А мне вообще хорошо, если я просто в этом месте сижу. Мне вообще по кайфу. Помогите! Понял. За мной Докси Липси! И шо? А, там какие-то новости бегают. Пацан, убегай. Он просто решил... Он просто... Ему это все надоело, он умер сам. Самоубийство. А как включить фонарик? Да я не знаю вообще ничего. Ты сдох? Иди ты нафиг! Пацан, бесишь. Я ее хотел возродить, падла.
Все. Ай, меня убили. Свистни. Я тебя найду. На какую? На ты или на ре вроде. Английский. Все, свистну. Так, а ты где светишься-то? Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. А, нет, вижу. Вижу. Умираю, давай. Возроди меня, поживи. Беги! Мы выжили. Все, ура. Нам прям немножко оставалось. Кстати, я что-то колу вообще не использовал, как представляешь. Где, а как магазин открыть? Там на М вроде сначала нажать. Вот, на М нажимаешь, и там открыть меню. О, вот это кайф, вот это место. Я умер. Так. Да, я знаю. Ты сейчас получится... А куда мне нажимать теперь? А, нет. Магазин? А, магазин предметов. А как туда попасть-то? Слово, как туда попасть? Как туда снова попасть-то? У меня нету магазин предметов. А что у тебя есть вообще предметов? У меня спектр, робукс, таблица лидеров, другое. Где режим играть? А, покажи. А у тебя нет кнопки играть? Играть есть. А сбоку какая кнопка? Другие режимы. Может, оборудование? Да, оборудование. А, магазин предметов, во. Ага. И потом использовать, и лучше всего колу закупай на все свои деньги. Ну, колу. Я ее сейчас куча на... У меня целых 3000. Я сейчас... Я целых 80... Я целых 80... 85 банок купила. Как их брать? Как ее пить? А, у меня фонарик есть. У меня есть фонарик. F. Я его могу включить. Я его могу включать и выключать. Ура. Вот как колу пить. Она мне прям сейчас помогла. Там просто только что мистер Бист был. Да, я... Знаешь, кто самый сильный там? Помогите! Кирилл, если увидишь меня... Беги за мной. Ты где? Свистни. Свистни. О, меня подобрали. А, окей. Уже не подобрали. Все. Все, свистну. Так. Где ж ты, Коля? Еще раз свистни. Вот, вижу. Меня подобрал. А, я тебя... Я там вот... Далеко было тебе. Вот. Ага, кола мне пригодится сейчас. Кола пригодится. Кстати, вот в этом синем пространстве безопаснее всего, ты знал? Где? В Сигме? Ну, знаешь, такое большое, там лестницы две. С колоннами черными. Чела восстанавливаю. Чел, ты восстанавливаешь. Я не хочу никого спасать, кроме тебя. Я не буду никого спасать, кроме тебя. Чел, стой на месте. Дай. Почему так быстро? Не знаю. Вы не сразу два плента, твоя жизнь. Знаешь, сколько у меня сейчас колы? 81 штуку. А у меня 24. Это очень много. О, вот это вообще безопасное место. Кирилл. Весь центр. Это самое безопасное место. А ты где? Сверху там. Видишь зеленую платформу? Я в синей комнате.
безопасно, ты можешь там остаться. А я пока что тоже в безопасном очень месте. Не, видео будет скучное. Гейт, уйди. Давай как сделаем мини-фильм. А, меня убили. Я не понял, да, бесит. Свистни, я тебя найду. Так. Да, а тебя мать. Прям, меня видно прямо? Сейчас, я тебя ищу только. Вот он, я сверху, Кирилл, я сверху. Подожди! Мем! Тебя тоже убили. Сраные вы лица! А все, нам конец. Помогите! Помогите! Все, я подыхаю. Я тоже. Все. Нет. Пацан поднял. Пацан поднял. Да блин, он тебя понял. Да лечи ты меня уже, дурак! Спасибо. Спасибо, пацан! Спасибо, пацан! Давай! Тут еще ты мертв, ну ты тебя уже не вылечишь. Да сраный ты! Вы умерли. Пацан, да? А я выжил. Фу. Как? Ну, меня подняли, а потом это. Все, я купил два барьера, знаешь, это вообще клевая вещь. Барьер клевая вещь. Давайте эту, перекресток. Барьер клевая вещь. О, да, кстати. О, это моя тоже, это моя любимая карта. Вот это моя не сильно любимая. Кстати, я еще в катакомбах не играл, в библиотеке. Я хочу сделать, игровой фильм про этого Ивейда. То есть целый час это будет. А разве такие есть? Ну, где я буду играть целый час где-нибудь. Блин, меня бесит эта песня, если честно. Почему? Потому что он бесит, она в каждом, просто в каждом утюге есть. А меня я запах так люблю, я не могу ее, люблю ее больше, чем курить. Вот эта песня заколебала меня. Она все в шорты меня на игре Ламар, где надо за блогера. Вот эта песня поет. Я не люблю. Я пробовал. Ее больше, чем курить. Самое безопасное место это вот это просто. Там собака! Там собака! Самое безопасное место это самое высокое. Видишь, самое высокое место. Помогите, помогите. Самое безопасное просто. Там собака. Кстати, вот эта собака, которая с Кегли играла, что с ней сейчас? Ну, она вообще поранилась? Она вообще поранилась как-нибудь? Она вообще поранилась как-нибудь? Ну, ее просто оглушило. А так с ней... Прикинь, тут звук оглушения только что был. Меня... Боже, бесит ты, когда у меня ничего не прогружается. Я свищу. Видишь? Видишь меня, если еще? Тебя взяли? Нет. Подожди, я видел какой-то красный. Еще свистни. А, вот ты где. Дальше. Тихо, аккуратнее. Мне еще ничего не прогрузилось, кайф вообще. Давай лучше вместе бегать. О! Надо наверх подняться. Самое безопасное место это наверху. Самое безопасное место наверху вообще. Оно безопасное. Все, тут даже батутик есть. Поднимайся наверх. Да как? Я же выпил колу. Я вижу тебя. Я бегу. Я же выпил колу. Как он меня догнал? Ну все, жопа. Я бегу нафиг с колой. Да лечи меня, уже лечи. Пожалуйста, вылечи меня.
Все, я сразу выпиваю колу и бегу. Просто монстр бежит какой-то. Надеюсь, оторвались. Соболезную. Он сзади? Собака! Иди с Каликегла играй! Не с нами! Это кто? О, я так быстро бежал, ты даже не представляешь. Я сейчас хочу забраться вот в этот замок. Эх, не получается. Коль, ты где? Свистни, я тебя найду. Свистни. Собака, собака, собака. А, супергерой. Да, я тебя вижу. Я тебя вижу! Да. Хорошо. Самая лучшая карта — это вот эта карта на дне. Меня бесит то, что тут очень быстро заканчиваются раунды. А меня бесит это очень сильно то, что тут ночь. Пошли к нему наверх, наверх. Пошли. А ты где? А, вот он. Наверх. Да, пошли вот сюда, вот наверх. Знаешь, как забраться? Пошли. А, ну да, я туда забирался уже. Самое безопасное место просто. Да бляха. Туда тяжело забраться им. И если даже заберутся, то мы быстрее спрыгнем. Лысый круг. Лысый глобус сел в автобус, собьёлся в лох. Он дурацкий. Лох. Привет. Они тут что, на машинках катаются? Походу. Это анимация. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это от чела играет. А от мема? Нет, от чела просто. Видишь, он танцует? Где, от этого? Да, это от него музыка играет. Он танцует под нее. А как тоже зафлексить? Я не знаю. Я хочу флексить. А, это надо 4, 5... Нафиг я свистну. Кстати, фонарик включи, там лучше будет. Да, у меня есть фонарик. Мне тоже. Он у всех есть. Зачем он только? О, можно присесть даже. Да, можно. Чел, с тобой просто кайф. Там все там все страдают, бай. Я слышу, нямка это, осторожнее. Она вон она. Чисто тут все страдают. Ну я и говорю, тут все страдают, а мы тут флексим с челиком. Вы что, нам сюда мема? Тут очень жесткий мем. Ты знал, что тут жесткие мемы могут запрыгивать полностью с начала горы? Ну, кстати, я слышу мяу. Тут самый жесткий мем, знаешь, какой? Какой? Который это... О, смотри, будем стрелять в них. Это черный мем. Коль, подожди, подожди, а ты где? Да вот он. Кто куда? Я посъёбан. Ты обкакался, меня походу заметили кто-то. Помогите! Помогите! О, чел, привет. Это кто? Как? Все, возродил чела. Ты где, Кирилл? Свистни. Меня тащат. Ще смелая девка. А, вижу. А, тебя съели. А, помогите! Там сверху. А вон, все вижу. Их сейчас нянка эту идет. А все, тебя тащит. Вижу. Значит, помощь не нужна. Ну, ладно. А-а-а, лошара! А, все, выиграли. А все, мы выиграли. Ура! Так, а на какую я так и не понял флекс? О, мне вообще 270 дали, а тебе сколько? Мне тоже где-то.
ты можешь от третьего лица играть, ты знал? А как? На О. На О? А, ну да. Блин, от первого лица кажется лучше. Нет? Не знаю. Ну да, так как-то реалистичнее даже. Ну да. Я покажу, залезу опять на эту гору. Тут прям возле, прям перед моим носом заспавнился мемчик. Не, я побежал к этим, к челику, наверх. Да идите вы нафиг, я буду от первого лица играть. А еще нож чешется. Так как забраться? Во. Нет! Отстаньте от меня! А я тут на гору ставлю барьеры. Залазить? Лимон умерло. Фу. Кирилл, залази сюда, видишь, я барьеры поставил. А зачем? Только осторожнее, они все равно могут сломать. А что эти барьеры делают? Они задерживают их. А. Чел опять флексит. Да, я забыл, как... Это случайно не Артём? Ну, не, это не Артём. Блин, я не помню, на какую клавишу флексить. А. Смотри, там Linux, там Linux. Ой, а все вижу. Ну это компьютер Linux. Да. Девочку можешь... А, ну и спасает вот так. Нет, давай не спасать. Главное нам выжить. Ева, убери калаш! Убери калаш! На мой сосёк вырвёт! Ты чё, обканула? Я сейчас как тебя сейчас... Я тебя сейчас как застрелю, я тебя сейчас постреляю, падла. Странно, мой друг... Ты стрелять не умеешь. Мой друг считает говно за мат. Чего? Говно это мат? Ой. Она его застрелила! Вил? Ты зачем его застрелила? Ты сумасшедшая! Ты дура! Она в него вот так постреляла, он убил, теперь мы без музыки. А, это они, это друзья. Я с тобой больше не общаюсь. А за что? Ну, пожалуйста, можно не в нас? Я вот, видишь, я спрятался. А мы мирные, мы мирные. Она ре... Отстань! Отстаньте! Кирилл, ты где? Ты жив? Я девку тащу. Беги сюда. Я еще залезать фиг. Да их только что не было! Ты где смысл? А, все. Бесит то, когда они уходят, и только начинаю возрождать, все, они пропадают. Это самая клевая карта в том, что. О, все, новая карта. Да нет! Будем ли? Кирилл, будем ли? Ну го. Хоть оно и тяжелое, но я еще не играл на ней, я хочу поиграть. О, кстати, я еще на районе, а на районе идет дождь. Я сижу на... Тем более она тяжелая, она тяжелая, блин. Тяжелая, ты что, ее поднимал? А? А ты что, ее поднимал? Нет. А что, она такая тяжелая? Она не... Тут подписано, что она тяжелая. И что? Да блин, я хочу потанцевать, я помню. Я dead inside, я dead inside. О, у кого-то фонарик есть. Кстати, Кирилл, вон вот сюда. Кирилл, вон вот сюда. А ты где? Ну, на храм. Свистни, я тебя найду. А, на храм? Да я вот он. Прям передо мной заспавнились два.
ногами. Помогите, восстанавливайте меня. Где ты, свистни? Фух, ура. Меня восстановили. Беги, Кирилл. Прикинь, там кто-то заорал, я как будто это мы. Нет! Я обратно на храм. Ха-ха-ха, кошара. Да пофиг вообще, я убегаю. Я бегаю по лесу, мне на все пофиг. Мне на все пофиг.